easy. It's not enough. They're trying to run away. Is it going to be enough to break, to catch the control? He time walks out of there. But now the turnaround. Van Juan coming through with the... Woo! Yeah, who does it to him? All the combo and no buyback. Team Secret, God damn, you're beautiful. Чтобы выиграть на Интернешнале, нужно пройти сложный путь киберспортсмена. А чтобы на нем заработать, нужно просто зайти на MoreMMR и сделать прогноз на победу любой команды. Выиграй $300 от нашего киберспортивного спонсора. Кресло DX Racer, крутые девайсы от HyperX и скидки на любые товары Frag Store. Крутые подарки ждут крутых предсказателей только на сайте moremmr.com. Monkey King, the stun control, MSS is trying to be there for it, but Thompson still getting the run into the trees, cuts his way around, of course he can, no tell with the slow, CCNC, he's not done yet, he still wants more. That's right, we're just going to ask you a really quick question, Meg, how do you feel about your draft? I feel very confident, we picked our signature heroes and we feel quite confident, that's all. Thank you so much. Thank you too. Удалось мне вчера пообщаться с моим, как всегда, любимым инсайдером в китайской дотасцене, с Джеком. Мы вчера поигрывали такого. В баскетбол, и заодно я начал расспрашивать у него какие-то точечные вопросы об RNG. Он говорил, что в социальных сетях, в Weibo, в частности, да, в Китае, ходили слухи о том, что в свое время вот этот состав RNG, это все-таки больше была команда по Лиге Легенд в первую очередь, потом они начали собирать состав по Доте после успешного выступления коллектива по Лолу. Ну и, соответственно, вот по слухам многим, они взяли Мане в свое время за 5 миллионов юаней. 5 миллионов. Эта сумма это действительно на рынке очень почти серьезная. Почти миллион бочинских, если да, что. Да, да, да. Бочинские – это доллары. Плюс также ходили слухи, что были у них какие-то разлады перед эпицентром, но ребята сумели найти себя, найти свою игру. Попали, в конце концов, и на Инт. И мне кажется, сейчас эта команда очень опасна. О, честно сказать, я не знаю, что говорить. Да, потому что тут вот так. И стало понятно, зачем нужен Omni-Knight. Войд под Omni-Knight'ом просто... Ну, это, видимо, заготовочка такая. Из туз, из рукава, потому что это было реально очень жестко. Я пока что не понимаю, что произошло. Но я буду стараться в следующем сезоне. Так же, как моя команда. Не уверен, что мы останемся вместе. В этом составе я не буду это обещать. I'll come back for sure. Но я точно вернусь и буду играть дальше и стараться. Не знаю, что сказать. I totally understand, but it's just hard to take it. Это очень тяжело принимать такие поражения. Да, вот ты говорил по поводу дисбанда, и вот Владимир тоже нам уже дал понять, что, скорее всего, ребята разобьются на кучки какие-то определенные, да, какие-то останутся по два, по три человека, и... Скорее всего, это даст, скажем так, глоток свежего воздуха региону в СНГ, потому что если до этого существовало только Virtus.pro и все, каких-то результатов не было, то сейчас, возможно, будет два или даже три коллектива, потому что Virtus.pro решафл, и, скажем так, я еще подметил несколько ребят, которые сейчас в СНГ молодые и очень хорошо играют, там они занимают пятые ранки. Так что чисто мое предчувствие, то, что в этом году в СНГ два-три коллектива, вот что думаю, два точно, будет просто хорошо. What the fuck, dude? Holy shit. That was the best thing ever. War is finally out, but for what avail? Nothing is really going here. And Thompson, he's the man that's going, going, going into the fountain once again. Bathe in the glory of the Radiant. Thompson, he just does not give a crap. Ada will give all the life. This is just fountain bombing. Gee, you got it. This is soul breaking. GG! Okay! GG! Everything for you. No touching, Ted. I didn't touch him, the food touched him. Lie, 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 lie. Virtus.pro, Virtus.pro. Lie, lie, lie. Oh, oh, what? Look, look, look. What's going on? Lie! Yeah, 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 yeah. Here. No, no, no. As Puppy, he's gonna march back, he's gonna relax, check his hair a little bit, still looking really nice and fly.
And Min Won's get, well, much like the game, he's lagging behind a little bit. But in the end, he'll still get there. Красный Bloodseeker? Нет. Нормально, красный еще 30 секунд. Гернаут. Нет. Нет. Братюнки? Посмотри, какой он удивлен. Мипо? Мипо? Нет, два раза. Я хочу с ним разговаривать, давай. Этаж, дух. Не, ребят, это уже жестко. Не, подожди, какой там есть еще? Агильный какой? Какой спирит агильный? Ну, Сань, какая разница? 20 секунд! Хорош! Хорош! 20 секунд! Ну, без зала я бы не разобрался с этим. Опа-опа, просветили. Блять. Далеко арену, похуй, все нахуй. Ебануться, бля. О, man, you're so tense. Guys. Sorry, we... Push him away, goes after protecting Tim for the moment of the bash. His arm broke, Queen of Pain, she got attacked with a power strike, Sonic Lane! Layer it on! VG Gaming! Three players down at the bat before... Да, у Альянс сейчас бан плюс пик, и RNG уже будут... они вообще могут как угодно это все поменять. Ну я бы хотел, чтобы Тайда либо был у Альянс, либо банить Тайда. Не забанили ничего. Гирокоптер, и таким образом воет все-таки для Бокси, вот этот самый, которого мы тут обсуждали. И Микки на Гирыча врывается у нас, а бана вообще да. У нас нет. Это я то, бы вот хотел, чтобы Тайда что убрали. Стоит отметить. Просто-напросто не успели забанить, и я так понимаю, что там уже нажимали что-то, чтобы пикнуть хотя бы. If they Naga, we... I don't think they played Naga at all. Okay. I think it's fine. They didn't find anything. Oh my god. Are you serious? Whatever. Did this just happen? It's fine. Right, we gotta deal with it. Oh my god. Nice! 他妈的血荒了，空白。 我觉得对面好像真的这样，他双手插头了，他没了。How do we set up the lanes? Oh my god! Play offlane, Jaro. I can fuck. Why don't you say fuck? Okay, sorry guys. How about offlane? I can play mid Jaro. Let's see what they pick. Okay, Dubu DJ, hello. Hello. Welcome to the couch of pain. Okay. Hello. I'll start with a really easy positive question. Okay. Okay. Do you all enjoy playing with each other? Mm-hmm. В Твиче The International открыта вкладка. Время уже позднее, но подождет кроватка. Тут за барной стойкой талантов раскладка. Это вечернее шоу бодрит тебя, братка. Кто победит на турнире, пока что загадка. Кто-то получит Аегис, кому-то будет не сладко. До начала мало времени, скажу я кратко. Это Дон Степан и поздняя катка. Попытался как-то спасти ситуацию, телепортировался в сноубол. Так, тут у нас взрывается ловушка, дабл дэмэдж у Крислака, кажется. Как неприятно! Как неприятно получается. Очень много денег получает команда Инком. Давай, это ты. И тебе нужно замотивировать вот этих людей, которые пришли сюда, любой речью. Ребята, давай. Нужно всего лишь не идти в трон, давайте добьем бараки. Сдержанность — это важно! Поспешишь — людей насмешишь! Даже, можно остановиться еще? Тебе уже можно остановиться, потому что успех однозначно. Они хотят зафорсить байбек, они понимают, что трон сломать, возможно, у них не получится. Или получится. 15 секунд до спавна саппортов, они выманили байбек фрейскинга. Вы что, с ума сошли? Что это такое? Нави, идут Т4 бить! Непонятно, что Минески делает 5 секунд, что тут демон до огра остается голый. Они что, трон. Они сломают? Они бьют очень быстро. Не забывайте про Эгис, Близи, прыг на него, но это просто выиграет время. Пока Санейка с голем и снайпер бьет трон. Трон остается 70% здоровья. Мэджикл чуть отходит назад. Лагу на плейт Близи добили. Похоже, не получится стан по Мэджикл. Мэджикл нажимает блокинбар, пытается драться. Стан от Свена. Они также бьют трон. Нави получает Блэк Холл. Выигрывается много времени. Кристаллайз пытается драться вместе с Зайцем. Залетает Магнитайз. Туда еще один Юл. Магнитайз много урона. Хватит ли его? Кристаллайз бьет дальше. Трон на 1000 хп. Нави ничего не сделали на базе противника. Нави проигрывают. Топ-16. Топ-16 на очередном интернешнале. Они были невероятно близки, чтобы пройти дальше. Да, 你们能不能学学周海啊？现在就他知道怎么打。
虽然他在练习中送很多次，但是其实都是在帮大家拉扯空间。 提前16个月了。 Make yourself known. We are gonna have Game 5 of a Grand Finals here. 我不知道他是怎么发生的。人刚一选完，回头看他就已经不动了呀，突然就不动了。其实没什么影响，我们还是赢了。最难的就是要不被 RTK 发现啊。我们需要想很多办法。 因为他一旦发现了，肯定想要来踢掉 PK 来跟我们一起打了。我们宁愿跟死的 PK 打，也绝不跟 RTK 打。我知道，其实 PK 根本就没有死，就是我让他装死的。让他装死呢，其实就是为了我们这个团队能更上一层楼。 杨神对于这个团队功不可没，通过他装死这件事情，就可以证明他是这个队伍的顶梁柱。Nice， 兄弟们，十分钟后见。哎，我实在是带不了这菜逼了。你还有别的办法呀？ 今年 TI 大不同，最终 VG 会举起冠军盾。为什么我会这么有自信呢？ И тут сейчас у них, смотрите, вспомнится. Боже, Брута же не забанена. Она вроде всех грызет. Смотрите. Довольный, смеется. Уже выбрали героя. Уже знает, кто выйдет. Смеется. Бам! Сразу. Видишь, Бруду? И уже ржет. Ха-ха, нахуй. Бам, Бруда, блядь. И перееду нахуй всех. Ха-ха, смешно, нахуй. Все, блядь, уже выбрали героя. Готов, нахуй. Бам, нахуй. Бурда, блядь. Что случайно? А, вот они, нахуй. Грустные сидят. Грустные одевают. Грустные выходят. Видите, грустные. Ноль, нахуй. Все. Я уже вижу, блядь, тоску. Вот и ваша Бурда, блядь. As husband and wife. Husband, you can now kiss your bride. He doesn't need anything from this world apart from your wife. In the moment when you least expect it, he has been waiting for too long to let it slip away. He's merciless, maniacal, ruthless, but only if you have a wife. Wife stealer. Wife stealer. Старый мудрец с горы. Опа! Артас Лудислав. Отлично, хорошо. Ну, потом подключимся, конечно, сейчас немножко занят.